Всем привет, вы на канале Саня Механик. Сегодня к нам приехал автомобиль Таврия. Помпа потекла, помпу будем менять. Сейчас покажем, как это делается. Поехали. Для того, чтобы поменять помпу, для начала надо открыть капот. Помпа находится у нас под защитной крышкой ремня ГРМ. Приводится в работу она ГРМ ремнем. Снимаем защитную крышку, откручиваем два болта ключиком на 10. Один болт. И здесь находится второй болт. Откручиваем два болта, снимаем пластиковую крышку. Сняли крышку. Вот у нас помпа. Все рыжее. Из-под нее текла вода. Машина на воде была. Сейчас я вам покажу, как выставить метки. Вот у нас натяжной ролик. Под натяжным роликом находятся два болта. Один и ниже второй головочкой на 12. Попускаем натяжной ролик. И будем снимать ремень, откручивать помпу. Включил третью передачу, прокатил автомобиль и вывел в метки. Вот у нас на блоке есть вкрученный направляющий. И на шкиве, вот вы видите, засверленное отверстие. Это направляющее, видите, совпадает на шкиве с отметкой. Это мертвая точка коленвала. И на шкиве распредвала у нас тоже засверленная метка. И вот направляющий, вы видите, он тоже напротив засверленной метки на шестерне распредвала. Вот, это метки ГРМ. Теперь откручиваем ролик натяжной. Откручиваем один болт. И здесь же находится второй болт. Попустили два болта. Видите, у нас ходит ролик. Отодвигаем ролик и с распред шестерни снимаем ремень. Сняли ремень, убираем его в сторону. И наша помпа. Помпа болтается. Помпу откручиваем. Чтобы открутить помпу, здесь на помпе три болтика. Видите, все ржавое, грязное. Три болтика, ключик на 10. Или головочка. Сейчас откручиваем. Раз, два, там три. И снимаем помпу. Один болтик. И вот таких их три. Открутили три болта. Подковырули монтировочкой. Снизу заблаговременно подставили миску. И в миску сливается помпа. Можно слить с блока. Но так как здесь вода, сохранять ее незачем. Поэтому я снизу подставил миску. Помпа под замену. Очищаем блок от старой прокладки. Вытерли. Берем новую помпу. Новая прокладочка. Я немножко промазал герметиком. Поставили помпу, закрутили. Ремень на коленвале. Подтянули его вверх. Одели его на помпу. Одеваем его на распредвал. Одеваем здесь на ролик. Нажимаем ролик от себя. И одеваем на распредвал. Одели. Поправили везде ремешок. Здесь на помпе все ровненько. На шестерне ровненько. Здесь у нас уже все подтянуто. Теперь машина у меня стоит на скорости. Я ее немного проталкиваю вперед. Видите, делаю натяжку ремня. Теперь в этом положении затягиваете ролик и ремень натянут. Натяжку регулирует пружина. Ролик затянули. Ремень у нас натянутый. Ставим защитную крышку. И будем заливать воду и будем запускать. Помпу поменяли, показали, как это делается. Показали вам метки. Всем спасибо, подписывайтесь на канал. Саня Механик, ставьте лайки. Всем пока.